Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Андрей Керимов, я работаю в интернете 2 года, и мы начали недавно компанию развивать одну, называется компания Redox. И сегодня я вам покажу, мы переходим с командой на 4-ю площадку, и я покажу скитникам, да, что можно заработать за 1, максимум 2 дня, ту сумму, то что за год 90% людей не зарабатывают. За год не зарабатывают 90%. Я покажу, что можно заработать за 1-2 дня, ту сумму, то что люди зарабатывают за 1 год. И вот, как видите, да, что у меня 4-я площадка еще не открыта, она красненькая. Это мой первый аккаунт. Дальше идем. Это мой второй аккаунт. Дальше идем. Это мой третий аккаунт. Вот. Поэтому сегодня вы ждите. Вот сегодня я покажу вам число у нас. Так, сегодня, ребят, у нас вторник, 12 число, время 9:54. Сегодня мы будем заходить. Дождались? Еще раз всем привет, ребята. Продолжаем с вами видеоролик. Ребят, сегодня мой доход превысил лимит. Заработал за один день хорошую сумму. В биткоинах мы заработали 19 биткоинов. Мы 12 число переходили на 4-ю площадку. Мы заходили все 3 аккаунтами. Я заработал всеми 3 аккаунтами. Разыграл все по одному разу. Как видите, вы уже... Я закрываю по второму разу. Сегодня с вами число смотрим 13 апреля 2016 год. Что хочу сказать, ребят? Сейчас мы зайдем с вами в кошелек компании Redox и посмотрим, сколько это, еще раз, в биткоинах, сколько это в долларах и сколько это в рублях. Заходим в наш кошелек компании Redox. Видим, что в биткоинах это 19 биткоинов, в долларах это 8 тысяч долларов. Ребят, в рублях 573 тысячи. Рублей. Я скажу одно. Эту сумму, даже полмиллиона, люди зарабатывают. Кто-то год, кто-то полтора, кто-то 2 года. Ребята, компания Redox может заработать. Плотненько поработать, спокойно может заработать. Даже не будем за это за день. Даже если заработать за один месяц, полмиллиона, это хорошая сумма. Поэтому сейчас я полмиллиона выведу, а основную часть я оставлю. Потом мы с вами продолжим видеоролик. Почему? Я бы, конечно, все написал, но обменник я переписываю с правой стороны, потому что я не могу вывести сразу полмиллиона. Мне написали, что лучше эти по 200 тысяч рублей. Теперь что я делаю? Сейчас я пристановлю видео, я как деньги выведу, как только получу, я вам покажу и продолжим. В конце самое вкусное. Будьте готовы. Итак, ребята, все, я деньги перевел, получил. Если я покажу, будет видно так вот, да? Если, конечно, будет видно. Вот. Все операции здесь видно. То есть, кто мне продил, если заделал обменники меня. Допустим, так, если будет видно. То есть, в конце, можете посмотреть, я карточку новую завел, там денег нету. И вот я сказал, полмиллиона рублей вывел. Все видно, да? Вот так вот видно, да, вам? Так, может, подальше, поближе. Вот. Так что, ребят, все, всем платится. Вот. Что я вам сказать? Кстати, пока я деньги водил, у меня еще один партнер закрыл у меня площадку. Вот Евгений Конега. Женя, поздравляю тебя с выплатами. То есть ты сегодня, то есть получается за 2 дня заработал денег. Ребята, также хочу поздравить Раису, Елену, Евгению, вот они, которые вот пошли по второму кругу. То есть они за два дня, да, позаработали хорошие деньги. Все, ребят, теперь сейчас пойдем в банкомат, снимем немножко денежек. Вот, на карточке лимит стоит 150 тысяч рублей.
Хотя бы немного с карточки. Все. Поехали снимать деньги. В конце будет самое интересное. Дождитесь. Ребята, мы приехали в Сбербанк, снимаем денежку. Заявил специально карту в Сбербанк снова в Сочи. Можете снять баланс. Нажать на экран. Вот это на сегодня 506 тысяч рублей, с вами полмиллиона рублей. Теперь мы знаем, что в Сбербанке есть лимит. Снимем с вами по максимуму. Что ты плохо, когда есть лимит не больше 50 тысяч. Ребят, что я говорю, за один день заработал полмиллиона, мы сняли 150 тысяч рублей, чтобы потратить ее, оставляем их. Так что присоединяйтесь, ссылка в описании будет внизу, но, ребят, если хотите присоединиться в нашу команду, ссылка реально у меня не будет. Если хотите, мне звоните, пишите, вам дам ссылку, только так. Халявщиков не беру. Все, пока. С вами был Андрей Теремов. Ребят, еще раз привет. Я был на свадьбе вчера, 16 числа, у друзей. Мы отмечали там свадьбу. И сегодня я утром проснулся, 17 числа апреля. Ребят, что я видел? Я видел, что у меня закрылась третья площадка. Это 3,5 биткоина. Это примерно 1600, по сегодняшнему курсу смотрел, 1600 долларов. Блин, так приятно. Дальше. Хочу поблагодарить своей команде. Спасибо огромное, ребят, что вы со мной. Вот. Также хочу поблагодарить основателя компании, это Александр Ковальчук, Андрей Головаченко и Юрий Василенко. Ребят, спасибо, что вы создали такой проект, который люди могут зарабатывать. И самый большой плюс, то, что мне здесь нравится, что я нифига не получу, пока мои люди не заработают. Поэтому мне нужно потеть, помогать своим партнерам, чтобы они заработали. Самое главное, как говорится, как мне Андрей сказал, Головаченко, да, смотри, ребята, работать только с первой линии. Первый, помогайте, чтобы не закрывались. Вы будете подниматься. Где дубликация? Итак, ребят, вот такие новости у меня, да? Вот мы еще посмотрим, все у нас с вами видно, да? 17 число, воскресенье, вчера был на свадьбе, утром проснулся, не был вообще в кабинете, и тут такой подарок. Это приятно. Всем пока-пока. Кстати, ребят, скажу опять заранее скажу, да? Мы будем заходить на пятую площадку, чтобы все знали, в мае. Но пока не скажу, какое число. Это будет в середине, в конце, неважно. Но мы будем заходить в май месяц. Запомните. Все, ребят. Всем пока-пока. С вами был Андрей Керимов.